Алло. Good morning. Morning and welcome to all our guests. I am happy and proud to start the data center cooling webinar session. My name is Antonio Guidoni and I'm the responsible manager for the Russian sales office of Luga Group. The webinar is based for as a first of the series of webinar with the focus of promoting the technology in the data center business cooling. As Luga Group, we are highly specialized in this business, and we produce, with our company based in Italy, different solutions for covering all the data center cooling business requests. Once again, a warm welcome from Luga Group to all of you, and I wish you a good training session. I hope to see you soon in Russia. I leave the speech to Mr. David for the webinar session. Здравствуйте, коллеги. Начинаем наш вебинар касательно решений для SOTA от Luga Group. Компания основана в 1985 году и происходит от компании Contarda. Сначала это была семейная компания, а с 2017 года, после размещения на фондовой бирже, начали глобальное развитие. Этот факт позволяет публично увидеть финансовые показатели крупного и уверенно растущего партнера. Штаб-квартира и первая производственная площадка расположена в Убольда. Это пригород Милана. Мы широко представлены во многих индустриях, и в частности кондиционирование, коммерческий и промышленный холод. И также активно идет развитие сегмента энергетика и энергоснабжения. Подразделение по производству теплообменников открыто в России в 2006 году. А в области ЦОТ с 1994 года работает отдельный бренд Tecnair. После слияния в 2019 году с подразделением Альфа-Лаваль стал доступен продукт и знания по уникальной концепции Low Speed Ventilation для высокоэффективных ЦОД. Хочу отметить, что все наши лаборатории в Убольда, Алонте и Ванте используют одну философию – работать с ведущими университетами. Даже в России завод в Липецке ведет тесное сотрудничество с техническими вузами. Одно из подтверждений этому – наименование нашего адиабатического охладителя «Эмеритус» в честь ведущего профессора Миланского политехнического университета, который более 30 лет сотрудничает с Люве. Люве Групп – это участник глобального рынка, который представлен по всему миру. И в частности с уверенным присутствием в России. В России помимо Москвы есть представители в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Касательно производства оборудования для ЦОД, оно расположено в Италии. Tecnair и Emeritus в Убольда и Low Speed Ventilation в Алонто. На сегодняшний день в группу входят 6 брендов, основное разделение которых идет на теплообменники Luve Coils, одно из них в России, стеклянные двери Thermoglass Doors и остальные 4 бренда используют вентиляторы вместе с теплообменником. В центре видно изначальный бренд Luve. Aya – это бренд Luve в Швеции. И основной фокус нашей презентации будет на двух брендах в левой стороне. Это Tecnair, который производит прецизионные кондиционеры с 1994 года. И Альфа, это бренд, который ранее был подразделением воздушных теплообменников Альфа-Лаваль. И благодаря этому слиянию мы развиваем интегрированный пакет предложений, включая в себя прецизионные кондиционеры, Low Speed Ventilation, и наружные конденсаторы, сухие и адиабатические охладители жидкости. Прецизионные кондиционеры в
производстве Levi Group с 80-х годов, как с верхней, так и нижней подачей воздуха. Для ЦОД в основном с нижней подачей и местом для установки красно-модульности фальшплитки 600 на 600 мм. Серия P, которая является классической и наиболее распространенной версией Technair, оснащена вентиляторами в пределах корпуса и имеет высоту менее 2 метров. Они оснащаются в стандартном исполнении фильтрами G4, могут быть версии DX и на воде. В случае с водой максимальная мощность до 200 кВт, а с фреоном до 100 кВт, которые могут меняться в зависимости от требуемых параметров по климату. С развитием модельного ряда, и это мы покажем в следующих слайдах, дата-центры пошли по пути повышения температуры воздуха, воды и высоты потолка. Если 15-30 лет назад нормой была высота 3 метра, то сейчас Amazon, Google и хостинговый ЦОД используют высоту 5-6 метров, что позволяет использовать высокий фальшпол и размещать вентиляторы в нем, и использовать прежнюю высоту кондиционера 2 метра. И это мы реализовали в серии G, в которой все пространство выше фальшпола используется для теплообмена секции, а вентиляторы размещены ниже. Это означает, что вместо большей площади мы увеличиваем высоту кондиционера и добиваемся мощности до 300 кВт в версии с водой. Особенность этой серии в том, что там шестирядный теплообменник, который всегда адаптируется под индивидуальные требования проекта ЦОД. Это позволяет перейти на более высокие температуры. И мы часто получаем запросы на график с подачей воды от 15 до 22 градусов и на выходе 29-30 градусов, не более. У нас был крупный проект с подачей 20-28 и выходом 37 градусов. Но также доступна версия DX, и обычно эта серия, G-серия, запрашивается на воде и только с подачей вниз. Еще один элемент нашего ассортимента – межрядные кондиционеры, которые устанавливаются прямо в зале между стойками и предназначены для высоконагруженных решений. Здесь они также кратно шагу фальшплитки имеют два варианта – 600 и 300 мм и мощностью до 20-22 кВт. Все кондиционеры Technair оборудуются контроллерами с одинаковой логикой, которые оснащаются двух- или трехходовым регулирующим клапаном. Если это версия с водой, или если это DX-система со спиральным компрессором без или с инвертором, хотя эта опция составляет до 60% поставляемого оборудования. Особенность нового контроллера Survey 3, вышедшего в 2020 году, это коммуникация по MADVAS с компонентами кондиционера. Каждый компонент в стандарте имеет обратную связь на контроллер или систему управления всем ЦОД. И в частности, система с холодильным контуром получает сведения от вентиляторов, компрессора, его инвертора, вентиляторов-конденсатора и активно оптимизирует их работу для наилучшей энергоэффективности. Другая инновация – позволяет в режиме реального времени видеть производительность кондиционера и балансировать расход воды для наилучшего результата. Оборудование, о котором мы уже рассказали, больше предназначено для классической периметральной и межрядной установки. Но в последние несколько лет мы наблюдаем повышенный интерес к решениям для больших и мощных ЦОД 2, 4 и 10 мегаватт, которые мы решили назвать решение с большой площадью теплообмена, и у нас есть три таких решения. Конечно, все решения рассчитываются по запросу и комплектуются всеми требуемыми опциями. Первое решение – это холодная стена W от английского wall, которая также идет по периметру ЦОД вдоль стены в техническом коридоре. Контроллер, аналогичный системе шкафных кондиционеров, и включает все их преимущества способностью работать как классическая система. Это решение всегда рассчитывается под актуальные размеры проекта.
Следующее решение подразумевает скрытую установку под фальшпол. I от английского invisible. И также рассчитывается под высоту фальшпола проекта. Минимальная высота фальшпола 600 мм. В этом случае мы используем вентиляторы 350 мм. И, возможно, до 1,5 метра. Также он оснащается контроллером, дающим все преимущества классических кондиционеров. Это поддержание постоянной температуры, влажности или постоянный расход воздуха. Но более специализирован для фальшпола. То есть он идет в длину, а не в высоту, как холодная стена. И финальное решение, которое мы предлагаем, это решение Low Speed Ventilation, которое может работать как без фальшпола, так и с ним. Основная его особенность – то, что он изначально был создан для этой концепции, которая подразумевает ничтожные потери по контуру движения воздуха и экстремально низкое энергопотребление вентиляторов. Расход воздуха определяется серверами, и один контроллер управляет всеми охладителями в зале с едиными параметрами, без риска образования зон перегрева. Представленные решения полностью адаптируются под вашу геометрию ЦОД с классическим контролем или же по потребности серверов Low Speed Ventilation. Неотъемлемая часть ЦОД – это конденсаторы, сухие и адиабатические охладители в промышленном исполнении. И на рынке России мы представляем оборудование двух брендов – Luve Exchangers и Alfa Luve. Представляем вашему вниманию адиабатический охладитель для охлаждения ЦОД Emeritus. Результат 20-летних исследований систем увлажнения, орошения и адиабатического охлаждения, которые Luve Group провела с техническим университетом в Милане. Версия адиабатического охладителя с установленным по бокам панелями позволяет значительно увеличить мощность оборудования, не используя водоподготовку. При этом добиваясь хорошей эффективности и без ограничений по времени использования этого режима. Иная версия с орошением непосредственно на теплообменник позволяет добиться еще более впечатляющих результатов, но требует водоподготовки и ограничено по времени работы в году. Инновация от Luve Group включает в себя обе системы и представляет новые возможности для интегрированного решения в охлаждении ЦОД. То есть оно включает в себя и адиабатическую систему, и систему орошения непосредственно на теплообменник. Как она работает? В самый жаркий период вода сначала распыляется на теплообменник, частично испаряясь. Потом вода сливается в поддон для рекуперации воды. И далее насосом подается на боковые панели для дальнейшего испарения. И остаток воды утилизируется в канализацию. Также он может оснащаться ультрафиолетовой лампой в случае локального законодательного требования. Интегрированные решения с Emeritus позволяют увеличить холодопроизводительность системы на 50%. В том случае, если мы сравниваем температуру конденсации фреона 63 градуса и 41 градус. Также он позволяет снизить на 20% всю подводимую энергетику к ЦОД за счет снижения установочной мощности системы охлаждения. Один аппарат Emeritus может заменить три аналогичных по размеру сухих охладителя, снизив энергопотребление и площадь размещения. При этом энергопотребление на 80%, а площадь до 70%.
А по сравнению с мокрыми градирными, в 20 раз меньше годовой расход воды и на 15 градусов выше температура фрикулинга. То есть, если мы принимаем у мокрой градирной температуру полного фрикулинга 0, либо плюс 2, то у Меритуса этот показатель будет плюс 15, плюс 17 градусов. Фрикулинг для нас является приоритетом, поэтому мы применили его во всей нашей линейке оборудования. Все серии P, G и R могут работать как с сухими охладителями, так и с Эмеритус, достигая действительно впечатляющих показателей. На этом слайде мы покажем простой принцип работы этого интегрированного решения. В нем три режима работы. Полный режим фрикулинга, частичный и режим механического охлаждения, для которого необходим многорядный теплообменник, часть которого задействована для работы с жидкостью, а другая часть с фреоном. Они оснащены трехходовым клапаном, водяным конденсатором и единым контроллером, который отвечает за то, чтобы когда на улице прохладно, как сейчас представлено на слайде, он полностью открыл клапан, пропуская жидкость от наружного охладителя через часть воздушного теплообменника. При этом расход воды энергии будет составлять из вентиляторов внутреннего и наружного блока и насоса. И все. Далее, в переходный период, мы уже не в состоянии полностью обеспечить охлаждение наружной драйкулером либо эмеритусом. И в этом случае мы задействуем режим доохлаждения, когда трехходовой клапан пускает частичную обратку на конденсатор встроенного компрессора, который обеспечивает стабильную температуру при минимальном энергопотреблении. И чем теплее становится на улице, тем больше направляем поток на конденсатор компрессора. И управляем оборотами вентиляторов наружного блока и далее адиабатическим охлаждением эмеритуса. При температуре обратного холодоносителя 26 градусов и дельте с воздухом 5 градусов, мы в режиме частичного фрикулинга можем работать до 21 градуса Цельсия. Свыше этого мы переходим на полную работу DX-системе. Такое решение масштабируемо с нагрузкой от 10 до 135 кВт и готово к запуску в работу сразу после установки. А с графиком по жидкости 32-40 от Эмеритус по стороне конденсатора можно получить PUE, как у больших и эффективных ЦОД. Также это решение может быть актуально для модернизации существующего ЦОД, замены фреоновых на систему с косвенным фрикулингом, с Ройном. Следующее решение для систем на воде либо гликоле с большой площадью теплообмена с применением адиабатического охладителя и чиллера для частичного доохлаждения. Например, внутренние блоки работают на графике гликоля 22-30. С 30 до 26 в пиковую температуру охлаждать адиабатический охладитель, а с 26 до 22 доохлаждать чиллер с мощностью в два раза меньше, чем при классической системе. При условии, что в холодном коридоре допустима температура до плюс 30 градусов, то тогда можно отказаться от охлаждения чиллером и полностью работать только с адиабатическим охладителем Эмеритус. Решение с двумя источниками холода представлено в двух вариантах – с фреоном и водяным контуром, а также двумя жидкостными контурами. Идея в том, чтобы иметь в каждом кондиционере по собственному компрессору, подключенному к своему отдельному конденсатору, а второй подвод жидкости от центрального чиллера, либо наоборот, то есть основную функцию будет выполнять компрессор, встроенный в
шкафной кондиционер, а резерв – это централизованный на систему холодоснабжения. А третий же вариант подразумевает наличие централизованного, или так скажем, городского холодоснабжения и собственный чиллер. Например, такие схемы часто используются в Арабских Эмиратах, где основную функцию несет в себе дешевая централизованная городская система холодоснабжения, а в качестве резервирования используется свой отдельно установленный чиллер. Коллеги, на этом мы заканчиваем общий обзор наших систем для ЦОД. И если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Так. Значит, у нас есть вопрос от коллеги. Значит, на каких фреонах мы можем делать систему? Если мы используем собственные компрессоры, то там всегда используется 410-й фреон. Другие фреоны у нас не используются. Так. Коллеги, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите в секцию вопросов, либо в общий чат. Так, ну, если больше нет вопросов, то спасибо за внимание. И мы с радостью ответим на любые запросы, которые вы нам пришлете по электронной почте. Спасибо.